Еще раз доброе утро, братья и сестры, да, поздоровайся. Не устали еще? У нас полчасика осталось, я постараюсь уложиться. Сегодня, что? Не в Англии? Советское прошлое действует, да? Сегодня хотел с вами поговорить о такой теме. Знаете, много есть, наверное, ну, может, немного, но я, по крайней мере, слышал проповеди, да, и размышления на тему о Божьем присутствии. Но не часто встретишь такую тему, как Божье отсутствие. Как вам такое? То есть Божье отсутствие. И вот я заинтересовался этой темой недавно, ну, кое-какие мысли. Давайте откроем Деяния, 17 главу. Деяния, 17 глава, с 24 стиха. Значит, предыстория, да, этого места. Апостол Павел совершает свою миссионерскую поездку, уже вторую. Находится в Афинах, в городе Афины, и пришел он в как здесь, Ареопаг, по-моему, да, это называется. Это место, где они рассуждали между собой, философы собирались афинские. Любили очень поговорить на разные темы. Павел пришел, он проповедует Евангелие. И по ходу своей проповеди, по ходу своей речи, он неожиданно для себя, судя по тексту, открывает один парадокс. Давайте прочитаем с 24 стиха. Павел говорит: «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все». От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. И тут он как будто, знаете, как будто сам себе противоречит. Хотя Он и недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем и движемся и существуем. Здесь пока остановимся. То есть какая интересная штука. Парадокс. Бог, который все во всем, Он наполняет все, Он вездесущий, Он во всех местах одновременно, во всех временах одновременно, да? Он внутри каждого из нас живет, Он в нашем сердце, да, обитает, как Бог сказал, вселюсь в них, буду ходить в них, да? То есть Он в нас как бы ходит. Потом что еще? Мы живем, им движемся и существуем. Да? Бог вдунул в нас дыхание жизни, без которого мы, в принципе, бесполезное туловище, можно так сказать. То есть, если Бог забирает дыхание из человека, все, это, ну, человек больше потом не будет уже ни ходить, ни говорить, ни существовать. Но при всем при этом мы его не чувствуем. Мы его не видим, мы его не слышим, мы его не можем потрогать. И, в принципе, нашими внутренними какими-то ощущениями, шестыми, седьмыми, восьмыми чувствами тоже очень редко мы можем его ощутить. Как здесь написано, дабы они искали Бога. Бог сотворил мир и род человеческий, дабы они искали Бога, не ощутят ли его, не найдут ли. И то есть можно сказать, да, как бы так выразиться, что мы с вами живем в Божьем отсутствии. Поэтому люди, которые, ну, неверующие, да, атеисты, они, у них очень много умных доводов, почему Бога нет. Да? Ну, я же его не вижу, я же его не могу потрогать. Да? Пойди докажи, что он есть. Потом еще такой довод, что в мире столько страданий, в мире столько ужаса. Почему Бог допускает все это? Почему он это все не прекратит раз и навсегда? То есть много таких вопросов, на которые сложно дать ответ. И кажется, что Бога как будто нету. И я, когда размышлял об этом, я нашел, по крайней мере, три причины библейских, почему так происходит. Во-первых, первая причина, которую я могу назвать, это свобода или свободная воля. Обратимся к Эдемскому саду, да, например. Бог сотворил мир, сотворил его совершенным, сотворил человека, сад они там насадили вместе, ухаживали за ним, все было хорошо. Зачем делать дерево познания добра и зла? Ну зачем?
Вот. Получается, что если бы не было бы... Да, ну, там много причин, но вот одна из них — это как бы дать человеку свободу. Потому что если нет выбора быть с Богом или не быть с Богом у человека, то получается, он не свободен. Он уже и не человек, потому что человек без свободной воли — это как бы, да, тоже не человек. Свободная воля, она как... Я давно уже нашел такое сравнение, она как еще один орган, знаете, то есть какой-то важный, жизненно важный. Например, там сердце, да, если его вырезать, человек не будет жить. Также свободной воли, если отнять у человека, отрубить, все, это не человек. Поэтому Бог поместил в раю дерево познания добра и зла, чтобы у человека был выбор. И чтобы человек мог эту свободу свою реализовать и выбрать, быть с Богом или не быть с Ним. Аминь. Здесь такая же ситуация. То есть, если бы Бог во всей своей славе, во всей своей красоте и величии пришел на землю и сказал: вот он я, что бы было, да? То есть, все уже увидели Бога, и в принципе... Аминь. Аминь, да. То есть, Бог таким актом лишил бы человечества свободы выбирать. Выбирать, верить в Него, не верить, быть с Ним, не быть с Ним, понимаете? Поэтому Он этого не делает. Бог как бы, ну, Он скрыл себя от нас. Это свобода, это первая причина, я бы так сказал, которую я нашел, да, в Библии, почему Бога не видно. Вторая причина, она... Ну как, я ее нашел в самом понятии Божьего присутствия. Мы все с вами очень ищем Божьего присутствия, да, обычно. То есть мы хотим очутиться в Божьем присутствии, хотим его почувствовать, хотим там поклониться, раствориться, все такое прочее, да? Да, ну это частые такие понятия. И я решил, ну, посмотреть, в Библии вообще есть что-то подобное или нет, да? И решил узнать, как проявляется Божье присутствие. Почитаем с вами немножко, вы не против? Там 5 или 6 мест, когда Бог являл себя человеку, и человек оказался в Божьем присутствии. Например, Исаия, 6 глава. Начнем с пророков, и как бы к Новому Завету будем двигаться. Книга пророка Исаия, 6, хотите, я вам почитаю, можете не открывать. «В год смерти царя Озии видел я Господа, — говорит Исаия, — сидящего на престоле, высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг от друга и говорили: свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. Что же делает Исаия? И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Исаия испугался. Дальше. Книга пророка Иезекииля. 2 глава. Ну, конец 1 главы, начало 2 главы. То есть Иезекииль 1, ну, можно, да, с 27-го, нет, да, с 26-го даже. Ну, например, да, а над сводом, который над головами, он видит видение и описывает, что он видит. Над головами их, там животные такие были, не будем читать, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем. То есть престол, трон, да, представьте себе этот трон. А над ним как бы подобие человека. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг, от вида чресл его и выше, и от вида чресл его и ниже. То есть от пояса выше и от пояса ниже. И видел я как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имелось, это сияние кругом, да, как бы вид радуги. Очень, ну, красиво по описанию. Такое было видение подобие славы Господней. Видение, подобие славы Господней. То есть не то, что я видел Бога, а видение, подобие славы Господней. Понимаете, да, сколько степеней? Увидев это, я... Иезекииль. Увидев это, я пал на лицо свое и слышал глас глаголющего. И он сказал мне: сын человеческий, стань на ноги твои.
я буду говорить с тобой». Опять Иезекииль видит видение подобие славы Господней, и он просто падает на землю, написано «пал на лицо». Дальше. Книга пророка Даниила, 10 глава. С 5 стиха. «И поднял я глаза мои и увидел, вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресло его, то есть, пояс, да, опоясаны золотом из уфаза. Тело его как бы топаз, лицо его как вид молнии, очи его как горящие светильники, руки его и ноги его по виду как блестящая медь, и глаз речей его как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один, и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости. И вид лица моего чрезвычайно изменился, и не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле». Дальше этот человек, я не знаю, это Бог, да, там написано «подобие сына человеческого». Он говорит ему: «Встань сначала на четвереньки, а потом давай, Даниил, вставай», и укрепил его потихоньку. Тоже, то есть опять он видит видение, описание очень похоже. Он падает на лицо, и Бог его укрепляет и говорит: «Вставай, не бойся». Дальше. Евангелие от Матфея, 17 глава. «По прошествии 6 дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем три кущи». Кущи — это такие шалаши, да, из веток. «Тебе одну и Моисею одну, Илии одну». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их. И се глас из облака глаголющий: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Что они сделали дальше? «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались». Похоже, четвертый уже, буквально один в один. Дальше Деяния, 9 глава. Можем не читать, просто вы все знаете эту историю, как Павел шел в Дамаск, вел учеников, чтобы сдать их. С письмами, да, наоборот, чтобы забрать учеников. И Иисус явился ему в сиянии славы, в свете, да, и Павел упал, и потом даже ослеп. Тоже очень похоже. И последнее место, которое хочу прочитать, это Откровение, 1 глава. Апостол Иоанн, будучи уже на острове Патмос, он в ссылке был, видел видение, опять же, он говорит: «Был я в духе в день воскресный». 1 глава, 10 стих. «И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный». И дальше он говорит: «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников. И посреди 7 светильников подобного сыну человеческому». Опять, подобного сыну человеческому. «Облеченного в подир и по персям это вот, по-моему, здесь тоже, опоясанного золотым поясом». Золотой пояс опять. Помните, везде золотой пояс этот был. «Голова его и волосы белые, как волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану», не знаю, что это, «как раскаленные в печи», то есть горят прямо. Наверное. «И голос его, как шум вод многих», тоже было. «И он держал в деснице своей 7 звезд, из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: „Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и сижу во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти“». Сколько мы с вами? 5 или 6, да, случаев разобрали, когда человек... 6, да? Когда человек оказывался в Божьем присутствии, лицом к лицу с Богом, да, можно сказать так. И у нас иногда такое представление о Божьем присутствии, что это нечто приятное, да? Нечто такое, как бы тебя как поднимает в духе, какие-то ощущения приятные, тепло, я не знаю. Но тут, да.
Священники не могли... Да, когда... Как, да, слава Господня наполнила храм, когда при посвящении храма Соломона священники тоже все попадали. Знаете, да, как люди падают там вот это вот назад на служениях, там ловят их, подхватывают, да. Вот это не то. Тут они падают вперед и почему-то на лицо, и от страха. И если бы они могли орать, я думаю, они орали. Но это вот, когда человек не может, понимаете, говорить от ужаса. То есть, если бы мы с вами реально сейчас оказались в Божьем присутствии, мы все под стулья попадали туда, на лица. Поэтому вторая причина, почему мы не живем в Божьем присутствии и не находимся постоянно в Божьем присутствии, это Его любовь и милость. Ну, как бы он страшный, понимаете, да. Да, но мы знаем, что он добрый при этом. Он добрый и любящий. И написано, что в любви нет страха, но совершенная любовь, она изгоняет страх. То есть Бог выбрал любовь. Бог выбрал явить любовь. И поэтому он, ну, как бы скрывает от нас свое присутствие, чтобы мы постоянно не жили в страхе. Опять же, когда ты постоянно знаешь, что за тобой кто-то следит, да, кто-то рядом находится и смотрит на тебя, это, ну, это сковывает. Ты не можешь спокойно жить, ты не можешь даже, к слову, о выборе, да, говорить. Ты не можешь делать выбор, потому что ты знаешь, что, ну, рядом с тобой он постоянно смотрит. И Бог дает нам свободу, и Бог проявляет к нам свою любовь и милость тем, что он, ну, как бы... прячется от нас, да, это так и есть. И третья причина, да, почему он скрывается, это, опять же, вера, о чем мы говорили, да, что без веры угодить Богу невозможно. А что такое вера, мы помним? Вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом, аминь. И написано, что мы спасены в надежде, а надежда, когда видит, уже не есть надежда. Потому что, когда человек видит, чего ему надеяться? Нечего надеяться, когда ты уже видишь. Когда ты уже все знаешь, не во что верить. Ты не можешь верить. Ну, вот я не могу, вот, например, Сергею Николаевичу, да, вот, там, верить или не верить, что он есть или нет. Он вот он и все. И, знаете, я раньше даже думал и молился, да, что если Иисус мне явится лично, да, вот так вот я его увижу, он войдет ко мне в комнату, что все, тогда вот я буду героем веры, я пойду там куда-то поеду проповедовать, все, моя жизнь изменится. Но в чем, знаете, ну, небольшая проблема. Мы с вами сейчас читали, как Иисус явился во всей своей славе трем своим ученикам, апостолу Петру, Иакову и Иоанну. Буквально через несколько, ну, немного времени после этого один из них отрекся от него трижды, а двое других просто убежали. Они в саду, в Гефсиманском, они просто сбежали все. Выходит, что это не укрепило их веру настолько, чтобы вот они стали героями веры. Что же сделало их такими, какими мы их знаем теперь, да, спустя 2000 лет? После того, как они все убежали от него, его схватили, его били, его распяли. Он умер на кресте, и они остались без него. То есть из Божьего присутствия трехгодичного, они были три года они были с ним, они угодили прямо в центр Божьего отсутствия. Причем в такое, что вообще не было никакой надежды. У них никакой надежды не было на то, что он вернется. Они не ожидали. Когда он воскрес, можно было бы сказать, да, он вернулся, все, и все заново пошло опять, все хорошо. Но нет, он не остался с ними все 40 дней ходить беспрестанно. Он им являлся периодически. Он пришел в комнату, сказал, смотрите, я живой. И опять ушел. Пришел Фома, говорит, я не верю. Он опять пришел, показывает Фоме, говорит, Фома, смотри, я живой. И опять ушел. Они опять ходят, они опять что-то делают. Они пошли даже рыбачить один раз, то есть попытались вернуться к прошлой жизни. Потому что его не было с ними. Некому было говорить, ну, не ходите. И когда они пошли это делать, да, рыбачить, и у них опять ничего не получилось, он опять к ним приходит и говорит, вот вам рыба, вот вам пища,
И Петру говорит, следуй за мной, следуй за мной. Три раза говорит, ты любишь меня, следуй за мной, следуй за мной. Он ему говорит, не возвращайся обратно на эту рыбалку, не надо, следуй за мной. То есть он им является так периодически. И вот с той минуты, когда Иисуса распяли на кресте, ученики, для них началась, как бы, можно сказать так, эра Божьего отсутствия, потому что его не было постоянно с ними. Иисус сказал, я пошлю к вам утешителя, Духа Святого, который всегда будет с вами, напомнит вам все, что я говорил. Но его не видно опять-таки. Его не видно, его мы почувствовать можем только иногда. И вот это, вот эти обстоятельства взрастило их веру, укрепило и сделало их столпами, теми, кем мы знаем их сегодня. Именно это, они тот момент, когда они видели его во славе. Итак, Бог от нас скрывается, да, по определенным причинам. Но он говорит, я хочу, чтобы вы искали моего лица. Павел пишет, что он хочет, чтобы они искали его, не найдут ли, не ощутят ли, да. Из этого логичный вопрос. Где он? То есть, где нам его найти? Я считаю, этому посвящена 25 глава Евангелия от Матфея. Давайте откроем с вами. Здесь очень своеобразный, но даже неожиданный ответ на этот вопрос. Но я думаю, он правильный. Мы все знаем, что Иисус, он сейчас на небе, одесную Отца, ходатайствует за святых, да, мы все это знаем. Дух Святой здесь, среди нас, он внутри нас живет. Бог Отец, соответственно, на небесах царствует на троне. Аминь. Вот. Но здесь еще одно место указано, где мы можем найти Бога. И оно, между прочим, ближе всего к нам. Иисус в конце 24 главы, в 42 стихе, говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». То есть он говорит, указывает на то, что он отсутствует, но он придет. То есть мы ждем его возвращения, мы ждем его возвращения Господа. То есть он сейчас отсутствует, но он придет. Не знаете, в какой час придет. Дальше приводит притчу, когда господин оставил, хозяин дома оставил свой дом, да, на раба какого-то. И говорит, блажен тот раб, которого господин, придя, найдет поступающим, ну, хорошо, значит. Дальше он приводит в 25 главе притчу про дев, то есть 10 дев, да, у которых было 10 светильников, которые ждали жениха. Помните эту притчу вся? 5 было разумных, 5 неразумных. 5 сберегло светильники, значит, с маслом, 5 не сберегло. Жених пришел, он вернулся, да, опять, то есть такая тема, что его не было, и он пришел. Он вернулся, взял те, которые сберегли масло, и ушел на брачный пир. Те, которые не сберегли, остались вне. И дальше он приводит притчу о талантах, тоже знаменитая. Вот в 13 стихе, 25, он опять говорит, «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Итак, он дальше приводит притчу о талантах, что он дал, уходя, господин дал таланты своим слугам, кому-то 5, кому-то 2, кому-то 1. Тот, который 5 примножил еще на 5, тот, который 2 еще на 2 примножил, тот, который 1 закопал его в землю и отдал обратно 1. Смысл в том, что господин вернулся и воздал каждому, можно сказать, по делам. И в 31 стихе он говорит после этих притч, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, когда жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели,
когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Куда делся Бог? Бог из святилища, святилище осталось пустым, как вы помните. Там осталась пустая комната и разодранная завеса. Бог говорит: я ушел на улицу. Я ушел к тем, кому плохо, у кого ничего нет. Я ушел с бомжами там лазить по помойкам, с алкашами лежать под забором, с проститутками стоять на трассе, с наркоманами, там, с больными раком умирать в больнице я пошел. Я пошел к тем, кому плохо, в тюрьме сидеть с людьми. Бог там, во святилище его нет. И мы с вами иногда, ну, это все хорошо, что мы здесь собираемся, да, и совершаем богослужение, но иногда мы слишком зацикливаемся на этом. То есть мы слишком много уделяем внимания тому, что происходит во святилище, в церкви. Слишком много иногда, знаете, бывает спецэффектов разных. Бог там. И, в принципе, на этом все. То есть я хотел вас вдохновить, чтобы вы, ища Божьего присутствия, искали его там, где он сказал. Он сказал, что если ты хочешь найти меня, если хочешь стать ко мне ближе, иди к тому, у кого ничего нет, кто голоден, у кого одежды нет, кому плохо, кто умирает от чего-то. Иди к нему, и ты там меня обязательно найдешь. Аминь. Спасибо, братья и сестры, на этом все. Давайте помолимся, встанем. Господь, спасибо тебе, Отец, что ты такой любящий, что ты такой милостивый, что ты такой понимающий, Господь, что ты понимаешь, из чего мы сделаны, Господь, что ты понимаешь, сколько у нас сил, сколько мы можем вынести, Господь. Но ты избрал нас, Господь, ты избрал нас и поставил для того, чтобы мы приносили плод в Царствие Твое, Господь, чтобы мы не просто проводили эту жизнь, Господь, и искали Твоего присутствия там, где его, может быть, и нету, Боже. Но ты поставил нас для того, чтобы мы шли и были твоим голосом в этом мире, Господь. Чтобы мы были твоими руками, мы были твоими ногами, Господь. Мы были твоими глазами. Чтобы мы слушали людей, которые нуждаются в том, чтобы их выслушали. Чтобы мы поднимали тех людей, которые нуждаются, чтобы их подняли, Господь. Чтобы мы кормили голодных, бедных, одевали, Боже. Рассказывали самым падшим, самым людям, которые презираемы, Господь, в этом мире, рассказывали о Твоей любви и о том, как Ты их любишь. Боже, спасибо Тебе, что Ты дал нам такое обетование, что если мы пойдем к этим людям, Господь, там мы найдем Тебя. Ты сказал, что я там. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя, Отец, своими.